Добрый день. Сегодня я хотела бы поговорить с вами, даже не поговорить, а ответить на тот вопрос, который в последнее время мне постоянно задают, по поводу профессионализма астрологов, по поводу того, а чем профессиональный астролог вообще отличается от непрофессионального астролога. Я понимаю, в связи с чем такие вопросы возникают. Наверное, как мне кажется, просто на рынке астрологии, астрологическом рынке очень много предложений. И простому человеку действительно невероятно сложно разобраться в том, кто специалист, а кто, в общем-то, таковым не является. Хочу сразу сказать, что как бы, несмотря на то, что огромное количество предложений, я сама постоянно езжу на различные открытые образовательные программы по астрологии, кое-что беру авторов в интернете из вебинаров, но понимаю, что большая часть людей, с которыми я сижу бок о бок на живых выступлениях, ну, в общем-то, скорее всего, астрология для них хобби, как бы они не позиционировали себя как профессионалы. Ну, вы знаете, действительно, если мы сравниваем количество профессионалов среди астрологов, их не так много. В принципе, это связано с несколькими причинами. Во-первых, поверхностные знания астрологии, их не всегда, они не всегда очевидны, что они поверхностные. 90-е годы они внесли новую тенденцию в наше информационное поле. журнальная астрология, она вот, э, такой посеяла огромную неразбериху в, в умы основных потребителей астрологии, да? э, потому что э, за вот этими всеми э, общими прогнозами э, человек в большинстве случаев не, виж... не видит подлинного ресурса для себя именно в конкретной работе э, специалиста с ним. Ну а зачастую и специалисты таким образом не мотивированы на то, чтобы идти в, глубоко в индивидуальную работу с человеком, изучать каждую отдельную карту. Зато они мотивированы на то, чтобы изучать, в общем-то, такой принцип построения прогнозирования в астрологии, какую-то схематичность, некий такой общий алгоритм. То есть вот, этот, вот, вот эта журнальная астрология, она, к сожалению, особенно у новичка, создает впечатление, что астрология — наука не слишком глубокая, ее, в общем-то, щелкнуть можно ну, раза на два-три, на три, и, в общем-то, она становится совершенно понятной. Вообще для профессионального становления человека в астрологии, наверное, нужно несколько правил учесть. Учение это длительное, и человек должен любить учиться. Ну, в общем, это в основном не привьешь, это как бы такая история очень природная. И у него должна быть мотивация на изучение этого материала в связи с тем, что Сейчас очень много контента стало платным и не условно даже платным, а очень дорогим. Поэтому э, вообще астрология в изучении становится действительно дорогой наукой. А знания важно получать из живого источника, то есть непосредственно, ну, скажем так, от авторов, да, от их в живой речи, от их эмоций, от как бы вот их вот этой вот каких-то деталей, которые знают только они. И только в основном в какой-то живой очень беседе можно получить от них эти знания. Поэтому они достаточно дорогие. Ну, конечно, можно говорить о том, что есть учебник, который все это закроет. Это действительно так. Учебники тоже неплохое подспорье. Я с них Точно так же начинала и первые лет пять, в общем-то, изучала все только по книгам, но со временем я поняла, что авторы все прекрасно понимают, что они, как минимум, не смогут всех деталей раскрыть. Они пишут достаточно общий материал в книгах. А потом, если кто-то изучает астрологию, он прекрасно понимает, что разные авторы имеют разный подход. А как выработать свой? То есть на это тоже уходит время, и в основном мы не всегда понимаем логику того автора, который даже нам симпатичен. Поэтому у нас нет доверия. Когда мы с ним встречаемся напрямую, то это доверие возникает, потому что понятно, откуда появляются его выводы. Надо признать, что астрология далеко не прибыльный бизнес в основном, если вы, конечно, ну, скажем так, не, если астролог не является какой-то медийной личностью, не зарабатывает как бренд. Поэтому в профессию, в профессию его превращает очень и очень мало людей. В большинстве случаев то, что я встречаю, это люди, которые занимаются этим в нерабочее время, потому что у них есть постоянная работа, которая их кормит, или люди, которые этим занимаются на выходных, ну, люди, у которых просто есть огромное количество рабочих, своего свободного времени, потому что их кто-то другой кормит. При всех этих моментах, скорее всего, профессионала из этого человека, если когда-то он им станет, то это будет очень-очень долгий процесс, длительный, потому что вот астрология она требует погружения. Например, я работаю в астрологии по 16-18 часов в сутки. У меня очень интенсивная практика, у меня очень интенсивное обучение, поэтому я, в общем-то, и защищаю, и бакалавра астрологии защитила, и сейчас вот на днях получила магистра астрологии. То есть это вполне закономерный процесс и вполне закономерный результат в моем случае. Поэтому надо признать, что, в общем-то, далеко не каждый мотивирован на то, чтобы в это вкладываться, на то, чтобы ждать от этого каких-то результатов. Поэтому и знания в большинстве случаев у людей поверхностные. Например, я прекрасно знаю, когда мне рассказывают там, мои клиенты, потенциальные клиенты о том, что доходил я к астрологу, сказал он мне, что вот у меня с матерью проблемы, что она очень ужасный человек и так далее. А причина лишь в том, что Луна у человека в Скорпионе или в каких-то не очень хорошей аспектации. И вот эта вот такая вот плоская астрология, которая нам рассказывает о том, что если Луна поставлена в карте рождения человека плохо, то у него будут плохие отношения с матерью. Это вообще абсолютно далеко, не всегда так, а может быть, в большинстве случаев это почти никогда не подтверждается, например, моей практикой. Но для того, чтобы это узнать, нужно практиковать, нужно постоянно работать над этим, нужно постоянно быть в диалоге с клиентом. А это можно сделать только когда ты, в общем-то, в этой практике постоянно, то есть ты профессионализируешься в этом. И что хочется сказать, что человек становится профессиональным, когда он ну, где-то, наверное, лет десять постоянный, варится в этом астрологическом котле. Если вы видите специалиста, который 2-3 года назад закончил какую-либо школу, и, в общем-то, больше у него такого вот фидбэка нет за плечами никакого астрологического, знаете, что в большинстве случаев 2-3 года работы в астрологии приводят в основном к такому чтению астрологической символики по слогам. Быстро это не дается, по крайней мере, глубины в этих знаниях, их за 2-3 года получить очень и очень сложно. Конечно, если этому посвящать 25 часов в сутки, то вполне возможно. Но я крайне сомневаюсь, что а, таких вы найдете много. А, все это время надо практиковаться, то есть практика она обязательна. Знания астрологические абсолютно мертвы, если вы не имеете астрологической практики, если человек, который вам рассказывает, что он астролог, при этом, например, делает одну консультацию в две, в три недели. Это очень-очень мало для начинающего астролога особенно. Я интересуюсь, когда скажем так, мне интересно, насколько человек профессионален, я интересуюсь его академическими знаниями, я интересуюсь тем, где он образовывался, какую школу для себя выбрал, в чем причина этого выбора. Я интересуюсь наличием курсов и семинаров. Если вы интересуетесь этим же, то человек вам может предоставить дипломы и сертификаты, они в основном с живых курсов и семинаров всегда остаются. И э, я интересуюсь тем, в чем человек мастер. Ну, например, я для себя выработала такой э, интересный момент, что у меня очень неплохо получается именно прогностика, у меня достаточно неплохой водолей в карте, и, в общем-то, и он гармоничный вполне себе, и его управитель прекрасно стоящий. Поэтому, э, ну, скажем так, для меня э, вот эта работа с прогностикой, она, наверное, одна из самых таких ну, интересных, увлекающих, увлекательных. Поэтому полагаю, что в ней я намного сильнее, чем во всем остальном. Хотя мне невероятно нравится работа и с натальной картой тоже. Но это, в общем-то, у меня всегда идет неотрывно не, не друг от друга. Я и толкую натальную карту и сразу прогнозирую по ней. Считаю, что одно, одно без другого просто мертво, не живо. И еще бы я обратила внимание на подачу материала вашим специалистам, потому что часто, если люди работают с терминами, если они постоянно говорят терминологию, но ее не расшифровывают, не доводят до простого русского языка, то значит, такому специалисту есть куда расти. И вот здесь у меня тоже есть своя зона роста, но я уже для себя отметила, что сначала я говорю на своем астрологическим, а потом сразу перевожу человеку на простой русский. Таким образом, я решаю для себя эту проблему на консультации. И последнее. Резонанс. Вы знаете, как ни странно, но он в большинстве случаев должен случиться. Вот если вы видите, что астролог всем хорош, его советуют ваши близкие и знакомые друзья, и в целом он говорит правильные вещи, но что-то не состыкуется лично с вами, то э, э, поищите другого мастера. Поищите того, с кем вам будет более комфортно по энергии, потому что это очень важно, чтобы вы выбрали своего специалиста. А если же все в порядке, если вы видите, что, ну, может быть, человек еще пока не совсем готов к тому, чтобы он был прям профессионал, но вы видите, что он вам будет полезен. Потому что вам с ним приятно разговаривать, вам очень хочется ему открыться. Вполне возможно, что он вам действительно для вас будет намного эффективнее, чем э, как, какой-то брендированный астролог которого очень хорошо пиарят СМИ. И, наверное, он вам тоже был бы полезен. Но вот именно такой вот, скажем так, такая вот хорошая синастрия, хорошая совместимость по энергии с тем самым молодым специалистом может многое для вас перекрыть и намного больше инсайтов вам дать, чем работа с брендированным именем. Поэтому, в общем-то, вот мое мнение о профессиональном астрологе оно, как любое мнение, субъективно. Это даже не мнение, это, возможно, некое наблюдение, которое я попыталась здесь изложить. Надеюсь, она вам была полезна. Спасибо вам огромное за внимание. Если у вас есть какие-либо комментарии по поводу того, как вы выбираете себе специалиста, пишите обязательно об этом. Мне очень интересна вот такая обратная связь. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Ну и ждите новых видео. Подписывайтесь на мою рассылку пятничную. Я всегда пытаюсь сделать так, чтобы те, кто получал мою рассылку, были в курсе событий еще до того, как они произойдут на небе. Рада была всех вас видеть. Здоровья вам, хорошего настроения. С вами был ваш астролог Ермолина Татьяна. До свидания.